теми. Не поздно и не рано, но друг другу мы успели. Тайга, планета, звезда или свети, сними только эти, тебе будет привет. Еще выше я в гости к Богу еду. Один он только слышит. Тайга, планеты, звезда или свети, сиди, кто ответит, тебе боль придет. Тайга, планеты, звезда или свети, сиди, кто ответит. Пойду на рассвете, тебя боли не ревную, никто теперь не поможет. Спасибо вам, всем людям, за терпение моего характера и любовь к моему, ко мне и моему творчеству. Я просто спасибо вам большое. Я благодарю вас по всей стране, благодарю людей, что с такими ценами на билеты вы еще мне покупаете цветы. Спасибо вам за эти подарки и за все остальное, за то, что вы делаете. Готовите, приносите и торты, и пирожки, и коровки по 7 килограмм. Спасибо большое. Вот. Все, большое вам спасибо. Люди, естественно, за время, которое вы сегодня потратили, да, бросили дачи. Я тоже все понимаю прекрасно. У меня тоже парники два. Мужики крикнули, не бросили. Хорошо, футбол не смотрим. Так вот, всегда в зале присутствуют мужчины. Не болтать. Тихо. Всегда в зале присутствуют мужчины, которые пошли на мой концерт примерно следующим образом. Им жена говорит: либо ты идешь на Ваенгу, либо сам думай. Такие есть. Поэтому я просто недавно об этом узнала, и теперь еще больше стараюсь, чтобы мужикам было приятно, и чтобы они не пожалели, что они не пошли пить пиво, там, ну, или дома, или что, вот, и сходили на концерт. Поэтому даже если до сих пор вы еще думаете, что, может быть, и зря пришли, то после того, что сейчас произойдет, я думаю, вы не скажете, что запишу. Во-первых, ну, не то чтобы редкий момент, для настоящих пацанов сейчас настоящий мужчина. Конечно. А почему сразу Арс? У меня их 15 все. Арс! Ты договорился, Шура? Да.
ну, певец-мужчина.